Занят, если представить не можешь. Ну, я это заметила. Молодец. Это обалдеть. Может быть, то они изучали, может, это скауты были, которые туда отлетели. Сейчас, может быть, они к нам полетят другой улей. Обалдеть, ну-ка ты. Помнишь, что тряпочку сделал, чтобы их ловить? Да. Сейчас надо, по идее, эти тряпки в воздух кидать. Обалдеть, посмотри на это. Коля. Но они тебя сейчас не укусят. Они настолько заняты сейчас, что ты считай делаешь. Они сейчас наедаются. Они наедаются, они сейчас идут в улей и забирают весь мед, который там есть. Представить не можешь. А почему они туда не переходят? И мы такой пропустим. Мы должны были пчел, понимаешь, сделать инспекцию, они бы там не улетели. А матка уже вылетела, ты думаешь? Что? Матка вылетела или еще скорее нет? Всего. А где эта матка? Улетают. Здесь сейчас самое важное — увидеть, куда они полетят. Если мы увидим, куда они полетят, мы можем их там найти потом. И поймать, можем обратно вернуть. Мы можем переселить в другой улей просто. Это просто. Обалдеть. Почему они идут по другой улей? А где тряпка? Ну какую тряпку? Я не знаю, где тряпка. Какая тряпка? Ну любая, ну с этим, с прополисом какая-нибудь. Воу, так красиво. А прикольно, здесь, посмотри, ты нашла вроде тряпку, хотя бы обыкновенную. Может, высокая, сядут? Очень высокая тряпка, наверное. Ну у нас вот эта фигня для бассейна. Может, мы словим, а? Прикольно, что словим. This is a swarm thing. Где, может, это? Обалдеть. С какой-нибудь там, с упала тряпку нам, с это... Такой редкий случай, такой, что же не попробовать тряпкой помахать? А если тряпка помахает, то что будет? Они должны сесть на тряпку. Почему они такое делают? Они улететь хотят. Почему? Ну, потому что у них это вот, места им мало. Они хотят, они вырастили себе еще одну матку, и с этой маткой они улететь хотят. У них там одна матка осталась в улье, а вторая матка, они... А почему они одну оставили? Они, мама, идут, они идут в улье, нет свои. Потому что они как один дом там, один будет в другом. Они как только вот там. Они туда не идут, нет, туда не идут, они только идут. Ну да, вот туда идут. Обалдеть, так классно выглядит. Мама, почему они? Мама, почему они хотят нас перелететь? Значит, смотрите, дети, они должны, если вдруг они полетят куда-то, сразу засекайте, куда полетят, в какую сторону хотя бы, хорошо? Одна вот туда, полетела, одна вот туда. Это разведчики пока еще летают. Когда вот они вся эта куча куда-то полетит, они все эти пчелы, они хотят улететь от нас. Так что смотрите, куда они полетят, просто что так это. Папа сейчас какую-нибудь нам эту вот тряпку сделает, попробуем тряпку словить их. У нас раньше была специальная тряпка, но это было давно уже. А чем помогает? Разведчики идут вот туда! Так может, они очень, может быть, туда и залезят от улей, там где-то вы сегодня их видели. Очень может быть. Разведчики идут вот туда! Разведчики идут вот туда! Да, видишь, сколько их тут везде. Даже это очень похоже. Ты видел? Да, делаю видео. Скажи, что-то я сделала видео. Нет, что Юля заметила? Да, это я заметила. Юля, знаешь, что это дома, что это как меньше, больше, больше, больше и больше. А как? А забавно, что они сидят вот на другом ящике, видишь, там они сидят, это вообще там нету пчел в этом улье. А они на нем сидят, это интересно. Там она называется Баланя. Где они жили? Нет, они жили в большом улье, который, видишь, где много этажей. Там она называется Борода. Борода сидит маленькая, да. Вон папа идет, делает палку. Кто на палку ушла бы? Ну ты молодец, такой видел вообще? Без очков? Нет, очки, без очков. Очки тебе не нужны, я вижу. Я вижу маленькие такие, как... Они сейчас, может быть, просто возьмут сейчас и спокойно переселятся в соседний улей, смотри. Нет, как ты думаешь? Было бы неплохо с их стороны. А я бы вас забыл по улей. Я думал, что нас не было. Типа, я вас забыл. Это как паутяжица комната. А по их я полностью забыл. Интересно, видишь, они все садятся на другой ящик.
Это очень интересно. Можем поближе подойти, да, они нормальные, они не будут кусаться, только если кто-нибудь сел тут на землю, я сейчас наступлю на них, это будет нехорошо. Слышишь, не, такое впечатление, что они хотят пересесть в соседний улей. Видишь, они все садятся на ящик на соседний. Вау. Мама, на этот улей покажи. Что, бруха такая, они просто переселились? Они так вообще просто переселяются. Потому что там явно их становится больше. Это сплит называется. Какие самостоятельные дело, пчелы. Дело. Это называется отоном. Нужна помощь? Ну давай ты подними, конечно, помахай, я думаю. Но такое впечатление, что они переселяются просто. Медом ее намазал. О, хорошо, Юлька, держи палку. О, мед это очень овощно. Это здорово, если они просто переселятся. Отдала. О-ля-ля. А что, чем поможет? Ну, обычно, если там они хотят далеко улететь куда-то, они так вот на палку иногда, если сядут, тогда они там все сядут отдыхать туда, и мы их можем аккуратненько... Вау, сколько их здесь, обалдеть! Нет, явно, да, они запаковывают этот ящик. Claiming the territory. Мама, вот это, подойди ближе. Да, я знаю, я делаю ближе, мама, дальше. А медом пахнет. Я босиком немножко, чтобы тут не наступить ни на кого. Нам повезло. Обалдеть, такое увидите, дети, обалдеть. Мы такого никогда не видели с папой. Торнадо, вот и так оно называется, пчелиное торнадо. Как пахнет. Я второй раз в жизни вижу. Пахнет, они все туда залезают. Они туда все заходят. Обалдеть, смотри, они все туда заходят. Да, мама, потому что там кто полезла. Да, она явно туда решила переселиться. Это обалдеть. Повезло как. Мама, что ли мы тут гуляли? Если они выбирали, ли мы между тем и этим. Они выбирали между двумя ульями, видишь, и решили сюда переселиться. О, смотри, как для кого. И все, они сейчас зайдут все, видишь, там никого не было. У нас же молодая матка. Молодая, да? Старая остается, молодая прилетает. У нас этот раздвоился. Подожди, старая улетает, ты сказала? Старая улетает. Да, то есть старая будет в этом уле теперь. Старая будет маленькая. Мы ловим. Ну-ка, сейчас я... Да, ну их мало, это же заканчивается. Да. Не заканчивается слово. Они везде, эти пчелы, они в гараже, они везде. Ой, вокруг меня кто-то начал летать, немножко жужжать. Ну сейчас до нас никакого дела нет. Угу. До нас никакого дела. Они настолько бизи, вы себе не представляете, не можете. Они переселяются. Не пищу. Не-не-нет. Они, представляете, они садятся, они, Коля, устали. Они устали, они... Ну, на меня тоже садятся, но ничего страшного. Они просто садятся, они устают немножко. Ну, а чем будут держать? Нет, то есть у нас повезло, полный успех. Чем махать? Не, Юрка, они нормальные, они сами определились. Мы их видели. Вот это, когда они все взлетели наверх, типа торнадо, это то, когда они решают, куда влетать. И они решили сюда полететь. Они решили сюда полететь, и вот они уходят в улей. Видишь, они все заползают туда здорово. Коля, не страшно, не страшно. Коля. Ну, она просто села. Я боюсь. Интересно, что все на Колю садятся, да? Но у меня села тоже на пальце так. Ну, нет, никого не садится. Ну, так, может быть, на полотенце садятся. Ну, Коля, как вы не дергаетесь? У Коли просто шорты красные. Да. Им нравится красный цвет. Красный цвет. А я думаю, да. Ну, а как можно еще исполнить? А головой? I wish я их поменял. Коля. Ой, Коля. Обалдеть. Ну все, заканчивается. Все, дети, окей, мы сегодня сплит сделали успешно. Мало того, это намного лучше. Коля убежал. Ладно, супер-дупер. Меда, да. Это наш мед, видишь, я взял...